как тебя еще раз, Черняков. Вот Черняков, Андрей, не забудем мы тебя. Поверь мне. Ты вот посмотри в мои глаза, посмотри. Я никого не забываю. Польша намерена доказать виновность России в крушении Ту-154. Ну да, кстати, и может. Ты знаешь, вот еще бы некоторое время назад я подумал, что это бред, что ни в коем случае не могло такое случиться, что президент Польши Качинский погиб в результате какого-то там диверсионного акта со стороны путинцев. А сейчас я это не исключаю. Понимаешь, потому что я уже вижу, что ну настолько как бы эти ребята такие странные, да, что не только там Литвиненко могли полонием отравить. Что хочешь. Я не исключаю, что вполне возможно, что Польша это докажет. Прокурор Кишинева подал в отставку в знак протестов против злоупотребления генпрокурора.